Преподаватель истории из Магадана Константин Зеленский представляет наш регион на федеральном этапе конкурса «Учитель года» в Волгограде. Педагоги показывают свое мастерство в ходе прохождения разных испытаний. По словам Константина, конкурс для него важен еще и потому, что финал проводят в городе, история которого очень интересна. Коллеги, ученики и друзья поддерживают педагога, несмотря на разницу во времени. Ну что, по горячим следам, в общем, только что закончили обобщать опыт. По времени уложился, все 15 минут, ровно все, как и полагается. Вопросы были от всех членов жюри, 10 минут на вопросы, но, естественно, перебрал. Не смог отвечать кратко, меня там понесло, как обычно это бывает. Ну, нормально. Все, Анжела Владимировна смотрела в прямом эфире, сразу вот только секунду посмотрела, позвонила, поблагодарила, говорит, все нормально, хорошо, поэтому настраиваемся, двигаемся дальше. Финал конкурса проведут 2 февраля. В нем будет одно испытание – пресс-конференция. Педагоги ответят на вопросы интервьюеров. В этот же день состоится торжественное закрытие заключительного этапа конкурса и объявление победителя. Также для участников состязаний подготовили культурную программу, экскурсии по памятным местам Великой Отечественной войны.